Здравствуйте, друзья! Наконец-то я довел до ума свою кухню и решил вам уже показать конечный результат, что все-таки у меня получилось. Ну вот, как вы видите, все покрашено в модный зефирный цвет. Выглядит это все, как по мне, в принципе, неплохо. Я очень доволен своим результатом. Поменены ручки, поменено электричество, сделана новая разводка, поменена вытяжка. Как вы видите, вот здесь я показываю, поменял я занавески. Вот. И на дверь, и на окно, вот так, в таком они виде. И у нас сейчас хоть и 25 декабря, но светит очень сильно солнце, и как видите, вот защита от солнца очень хорошая. Я очень доволен. Здесь то же самое. Все я сделал, уже убрал. Вот как видите, все очень хорошо. Кстати, купил вот эту керосиновую лампу португальскую. Скоро сделаю обзор, проверим ее, как она работает. Так, что здесь? Здесь то же самое, все уже и расставлено, если вы заметили. Плитку я немножко восстановил, как результат. Можете посмотреть, плитка получилась очень хорошим состоянии. Поменял я стол. Табуретки тоже у меня старые, но эти табуретки я покрасил, и получился, в принципе, хороший результат. Тоже видите, как электричество все поменено. Здесь то же самое все. Вот, если вы видите. Вот такой вот небольшой реставрационный момент. Ну, как бы не небольшой, он затянулся на 4 месяца, но я не так прям с утра до вечера делал, а уделял этому там 2-3 часа в день, как мог. Но мне понравилось. Так что сэкономил я большое количество денег. И да, когда я начал считать, сколько же все-таки я потратил по концовке, и я писал, что за 1000 евро я отремонтировал эту кухню. Не получилось, потому что нужно было вкладывать, пошли косяки, нужно было вкладывать и вкладывать. Короче говоря, ремонт обошелся с оборудованием совсем около 2300, где-то вот так вот. Ну вот на этом я заканчиваю свой небольшой уже обзорчик. Как видите, вот с таким результатом. Всем всего хорошего. Ставьте лайки. И ваше мнение мне тоже не безразлично. Так что жду ваши комментарии. До свидания.